Всем салют! У Plantronics получились интересные наушники с активным шумоподавлением. BackBeat GO 810 бросает вызов нашумевшим беспроводным наушникам от Sony и Bose. 810 получили сдержанный консервативный дизайн. На выбор три цвета – черный, синий и белый с оттенком бежевого. Основная часть корпуса выполнена из пластика. Шарниры регулировки высоты наушников и вращения чашек из металла. Мягкое тканевое оголовье удобно, добавляет плюс к продолжительным прослушиваниям. Правда, со временем тканевая сетка будет пачкаться. Амбушюры из заменителя, которые принято называть эко-кожей. Кстати, внутри не просто поролон, а пена с эффектом памяти формы уха. Амбушюры получились правильной формы, BackBeat GO на голове сидят уверенно, при этом легко. Неожиданный поворот от производителя, который известен качественными продуктами. Первое, что слышишь, когда берешь наушники в руки, они откровенно скрипят. Вот такой типичный пластиковый скрип. Правда, при прослушивании музыки этих моментов не слышно. С другой стороны, инженеры, используя пластик, сделали вес меньше. Чаши вращаются на 90 градусов. Это помогает комфортно усадить наушники на голову любой формы и размера. Также их можно носить на шее с вывернутыми чашками. В таком положении они вовсе не мешают. Так их проще транспортировать в сумке с другими вещами. С торца качелька регулировки громкости. На деле управление интуитивно понятное, я привык быстро. Ниже разъем для подключения microUSB кабеля, также разъем для подключения аудиокабеля, который идет в комплекте. Пригодится, если все же получится посадить батарею. На правой чашке кнопка активации шумоподавления, бегунок включения-выключения питания и активации Bluetooth. Кстати, производитель заявляет 22 часа работы наушников с включенным активным шумоподавлением. Если выключить шумодавилку, то вы получаете сверху еще пару часов работы. Главная фишка GO 810 – это активная система шумоподавления. Гуляя по киевским улицам или просто катаясь в метро, она полностью справляется с поставленной задачей. Для продвинутого использования наушников не поленитесь скачать фирменное приложение от Plantronics BackBeats. С его помощью можно регулировать систему шумоподавления – высокая, низкая или вовсе выключить примочку. Здесь можно запланировать автоматическое выключение шумодава через 2 или 4 часа, например. Эквалайзер предлагает два варианта – Balanced и Bright. Первый вариант заметно добавляет низких частот, звучание становится плотным. Второй вариант для сторонников легкого принужденного звучания. Беспроводное соединение построено на модуле Bluetooth 5.0, которое работает стабильно без всяких там обрывов. При этом сигнал не ограничивается стандартными 10 метрами. Модуль передает сигнал на 20 метров. Это позволяет ходить в наушниках по квартире, слушая музыку с ноутбука. Такая же история будет в офисе с его бетонными перегородками. Обделили фанатов слушать музыку в несжатых форматах без провода. Пресловутого кодека aptX здесь нет. Инженеры вшили лишь кодек SBC, а он способен обрабатывать битрейт до 328 килобит в секунду. На деле звуковую составляющую построили так, как нравится большинству пользователей наушников. Я назову это V-образным рецептом. Нет-нет, здесь нет ничего общего со звучанием Beats by Dre и бас-хедами. И все же музыка с телефона в формате FLAC играет приятно, с отголосками детализации в звучании. Низкие частоты акцентированные, плотные, добротно отыгрывают свою роль. Средние частоты слегка утоплены. Это порой всплывает при прослушивании сложной музыки. Высокие частоты находятся на своих местах, они не острые и не раздражающие, как бывает в бюджетных наушниках. Гарнитура адекватная, собеседник меня слышит нормально, я его тоже. В целом звучат на свою цену на уровне конкурентов, но по совокупности преимуществ более интересны к приобретению. Звучание – дело индивидуальное. Лучше, конечно, их послушать со своим смартфоном или плеером, используя музыку из личного плейлиста. Невзирая на отсутствие кодека aptX и пластиковые поскрипывания, позитивные стороны 810-х все равно перевешивают. Важный аспект в современном мире – это цена. Менее чем за $200 вы получаете беспроводные наушники с активной системой шумоподавления от именитого производителя с гарантией на 2 года. Звучание, которое будет по нраву большинству пользователей, при этом сдержанный и приятный дизайн. Добавляем сюда завидное время автономной работы и стабильное соединение. Послушать наушники вы можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве и Днепре. Послушать наушники вы можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве и Днепре. А пока ставим лайк, подписка, комментарий.